Дело было вечером, делать было нечего. Звонит мне Валера. Завтра, говорит, пойдем мы на шашлыки. Я говорю, куды это еще? Ну, Виктор нас зовет. Там у него поляна такая есть, недалеко от города. Вот он туда ходит раза два в неделю, шашлыки делает. Мангал несет туда, дров там хватает. Я говорю, ну ладно, я говорю, так мы же все радиолюбители, значит, что, радиостанцию туда тащим? Не, радиостанцию мы туда не потащим, мы просто пойдем свежим воздухом подышать и у костра погреться. Я говорю, да камеру-то брать, кино-то будем снимать. Бери, бери, я говорю, а что там снимать-то? Ну что там тебя, можно интересного снять? Да ну, снимем что-нибудь, может, интересно получится. Ну, я вон поставил. Ну ладно. Тут сушняка, смотри, море. Валер! Три года я вон там был. Посмотрите, увидишь. Жог. Давай, дальше тут много. Рядом который. Тут море, вот это бы еще. Теле очистки убрать бы. Вот тут надо топор. А мы топор не взяли. Почему? А ты взял топор? Вот бензопилы только у тебя нет, все да есть. Да что, надо валить тогда, понимаешь, я еще бензопилу. Я и затаскали, а это же надо. Так, ну пойдешь. Ну топор у тебя, конечно, классный. Ну ты говорить нечего, но у тебя тяжелый. Зато ведь вес имеет значение. Ну ясно дело. Вот такие валил, говорю. Люду-ка. Так вот. Я брал и сухие, сухие, как вот их порох гореть будет, знаешь как. Ты ее тут не прячешь, все время домой таскаешь? Конечно, да ну нафиг прятать, ты что? А я вот находил, знаешь, мангалы прямо зацементированные, понимаешь? А придешь? А нету его. На ножках и забетонированные, чтобы никто не утаскивал. Свой. Ну вот, все. Загорело это дело. Сейчас что догорело еще. Что, еще хочешь? И посмотрим еще. Не, ну конечно, да, потом подкладывать сейчас будем. Ну пока сейчас не хватит, ее уже не судишь туда. Только смотри. Так, Валер, может на макушку сбегаем, пока это все нагорает. А то Виктор-то не хочет. Я потом скажу. А, он потом? Я сейчас надо. Тогда, когда процедура закончится, тогда и вместе пойдем, наверное. Мы придем и будем опять эти знакомые пейзажи снимать. Да не, Валя, подняться надо, посмотреть. Да, ну как потом, на город, потом, на город. Потом, на город на тонь посмотреть, на подъемники, на эти. На самую вершину. Валер, это, Валер, я удовольствие без рюкзака. Вот ты со мной не ходил. Детюха-то, знаешь, как рюкзак нахера себе килограмм 35, да ведь? Да. И прешь, а вот такая гора. А что делать? Идешь и думаешь. А где так макушка? И глаза на лоб, да? Но! Особенно. А что делать? Черника, Валера. Вон она как дымит там. Так, ну мы сейчас наверх поднимемся вот тут. Тут рядом уже. Три минуты ходу. Тут открытое место. Уже вот ровное место. Вот сейчас сразу. Там поляна такая большая. Слушай. Я вчера форум посмотрел. Насчет чего? На скайпе, там радиолюбители форум есть. А? Ну вот, 3 числа, 3 октября, праздник великий. Что за праздник? День мужчин. Ты слышал про такое? Я знаю, женский 8 марта. Вот, я своей сказал, он говорит, 23 февраля у вас есть, и все, и замолчи. Да, сейчас, значит, праздник. Я, ну, понятно, понятно. Ага. А я что-то и сам не слышал про такое. А тут смотрю, ага. Да его, может, недавно и придумали. Да, ну, кто его знает. Любой день возьми, все какой-нибудь праздник. Ну, вот и поднялись сейчас. Так, вот тропа идет. Так, а это знаешь что? Это не просто тропа. Тут эти велосипедисты гоняют. Велосипедисты на мотоциклах. Ну, на мотоциклах я не знаю, но на велосипедах я видел. В гробу видал на велосипеде здесь. Так там у них и трамплины, и что там только у них я нету. Видел, вон там, вон дальше. Там это. Я первый раз. Самоубийцы. О. Вот тропа хорошая. О. Вот она тропа. Хорошая.
Так, ладно, глянем сейчас по этой тропе маленько. На макушку на эту. Ну и пойдем назад, наверное, где костер наш горит. Там уже нагорает, но долго будет. В общем-то, хоть и сухие там дрова, но кроме сухих и мокрых там дров полно. Когда это все нагорит? Вот она макушка. Здесь вот это вот поле. А потом наверх туда. А там вершина будет. Ты знаешь, я тут лет 10 назад вот здесь вот столб видел. Какой-то такой ритуальный. Вот здесь вырезанный такой, знаешь, идола какого-то. Большой такой, знаешь, выше меня вот это. Долго он стоял. Он долго. А потом куда его девался, не знаю. На дачу. Вот, ага, я потом подумал, думаю, не утащить ли мне на сувенир. Прихожу, его. А вот это вот пелена такая белая, это снег идет. Вот сейчас вот этот заряд снега как раз к нам придет. И нам будет тут весело-весело. Вот, ну ладно, мы же не боимся. Вон он заряд снега какой идет. А это вот наша горнолыжная трасса, гора Югус. И тут же трамплины. Так что вот тут трамплинисты тренируются, прыгают. А потом они, у них же там двоеборье. Вот они потом вот туда вот идут, там у них лог такой. Там у них трасса есть беговая. Вот они там бегают, тренируются. Ну, мы тоже ходим туда иногда. Да, тут уже следы. Кто-то ходил вперед нас. На этот подъем, на гору на эту. Вот. Ну, там город видно. Вон он. Большой город. Вот так вот он выглядит с макушки этой горы. А вот это вот река Уса называется. Наш город Междуреченск, между двух рек. Уса. Вот, ну а Томь я показывал, когда мы поднимались, ее там видно было. Вот отсюда ее не видать. У меня уже что-то руки замерзли, я без перчаток сегодня. Слушай, а мне кажется, не пора ли нам вообще в сторону дома двигать? А сейчас спустимся и пойдем. Сейчас пойдем это и шашлыки эти доедим. Я не хочу, я доел. Да я тоже не хочу, я свою забутовку съел. Это ему сильно охота была. Ну, он и без нас бы пошел, господи. Ну да, он и без нас хотел. Сейчас спустимся, да и, наверное, домой уже пора. Все, мы и так сегодня уже тут полдня. Да здесь откуда нет. Так, а ты все поливаешь? А вот сейчас все ведь. Тут, мне кажется, уже на 100 рядов она у тебя все готова уже. Сейчас будем кушать. Ой-ой-ой-ой-ой. Да не-не-не, просто холодно, чтобы я специально, чтобы вы меня не отматерили, понимаешь? Ну, ясно. Это вы дров заготавливаете, как будто тут всю зиму собрались жить. Еще придем, потом, видишь.
А, ну да, еще придем. Греется Валера, правильно делает. Греется. Ну, я ну да, ну он замерз. Ну. Не, ну, правильно, он в охоточку. Я не замерз. В охотку просто... молодость вспомнил. А, ну да. Удовольствие, дрова. На следующей неделе снова сюда придем, да? Ну, погода, если будет. Да будет, а что? Во, видишь, как повалил снег. А ты говоришь, туман там. А какой там туман? Вон он, она оттуда и пришло все. А я же тебе говорю, вон. Не говори про снег. Валер, это не туман, это крокодил. Ага. Вон он как. Как посыпал-то. Это хорошо. Ну ладно, пусть сыпет. И сколько этот процесс длился у нас, пока угли сделали, да? О, это уксуса в нос аж. А у тебя еще что вышли? Ну. Ну сейчас вот тут. Нет, я имею в виду, вот пока угли целый час, да? Угли. В летнее время час, ага. Когда угли да. готовы, а сейчас полтора часа. Ну и сам шашлык сколько еще час, да? Полтора часа. Шашлык, когда уже угли готовы были? Ну, хоть пока ждали, мы чуть слюной не захлебнулись. Так вы наелись же. Аппетита нет у вас, а я-то аппетита. Ну, ничего. Ну, вкусно? Ну, да. 10 часов, если считать. Так на природе вкусно. Уже два подходит. Так что вы поэтому, ну, мы же отдохнуть пришли. Ну, я ничего не против не имею. Мне вообще меня теряли, Валер. Где? Зимой. Поделся. Вот там кострище видели? Ну да. Ладно. Это там я по 3 года жил. Ушел вот так. 10. 7 меня нет. 8 нету нахуй. А я здесь. А что делал? А когда солнце село, огни включили, заебись. А я думаю, дай-ка я подымусь на гору. На гору пока поднялся. Туда-сюда. А кострище метров чурки я так раз. Тепло, холодно. Тепло, холодно. Смотрю, 8 надо, и тебя потеряли меня. Короче, ты панораму ночного города смотрел? Да. Ну, а есть такая. Спускаешь потом, там, на карьерах, лампу отключает ветер. Одну там прямо, на горе. Фотоаппарат не взять надо только. Мы сегодня съедим. Валер, сколько съедим? Все, я уже наелся. Не знаю. Я ж вернусь, я не съел. Ну, вкусно. Ну, ты что, я пью.